Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space 2. Мы находимся около Ишимуры, в последней серии. Тайдман, засранец такой, когда мы подбирались уже к нему, перерубил собственные рельсы, ведущие к правительственному сектору. И Айзек решил с помощью собственного гравизахватов Ишимуры исправить это положение. Поэтому мы возвращаемся в начало всех начал, на корабль Ишимуру. Надо сказать, меня это радует, потому что я по ней соскучился просто до невозможности. По-моему, Ишимура, все-таки согласитесь, гораздо страшнее всего этого спрола. И вообще первая часть, она, по-моему, пострашнее будет. Или мне так кажется, потому что она была первая. Но во второй могу сказать, что Икшона заметно больше. А что это здесь все в полиэтилене? Так, патроны хорошо, патроны не нужно пропускать. Мало того, что в комментариях будут гневные, собственно, комментарии на тему «Как ты мог? Моя любимая аптечка!» Ну вот, ты ее пропустил, отписываюсь. Так еще и на харде достаточно важным стало не пропускать ни одной детали. Да, я знаю, где мы. Сюда USG Келлион, собственно, шваркнулся, когда мы пытались на нем улететь. Самое начало. Сюда мы пришвартовались, тут мы выходили. There should still be a computer in the flight lounge. I can check the ship's status from there. Are you okay? You sound a little nervous. Last time I was here, things didn't go so well. Look, I'll contact you soon. Так, ну ладно. Что бы нас там не ждало, мы справимся. Они тут, похоже, стерилизовали все, что ли? Трубы какие-то, через которые они откачивали всю эту мертвую плоть, видимо, гниль всякую. Или это пылесосы. Блин, сколько воспоминаний. Как будто на самом деле года два назад тут был. Хотя был-то всего пару недель назад. Вот и оно. Так, туда заклеено. И дизайн в оригинальном Dead Space круче. Даже вот эти шкафчики. Что это было? Кто-то тут явно есть, судя по звукам. Смотри, все обклеили. Так, нам туда, да? О, нехорошее место. Так, нам туда, значит, мы пойдем сюда. Так, хорошо. Может, не стоило? Тут туалет, насколько я помню. Туалетный засранец. Не знаю, кому нужен целый рулон туалетной бумаги, чтобы вытереть свою жопу, но если я его поймаю, то преподам такой урок, что срать надолго расхочется. Уже пятую неделю подряд какая-то сволота забивает сливы туалетов бумагой. Люди, вы совсем охренели, мы же в космосе. А значит, чтобы прочистить канализацию, кое-кому придется напяливать скафандр и выходить в вакуум.
и вычищать говно из труб. Подвязывайте уже. Да. Ну ладно. Разрядили маленько обстановку. Но вообще нервы. Привезите на Ишимуру. Прям как струна натянута. Это что там было такое? Кстати говоря, это что за кровище такая на Айзеке, на груди у него? Ну-ка. Покровавленная грудь вся, ты посмотри. Ну ладно. Так, это что-то типа пасхалки, что ли, было. Потому что сюда же вообще как-то не очевидно было, что туда можно зайти. Ладно, будем считать себя первооткрывателями. Так, тут все началось с первой части. И мы побежали он туда в панике. Main centrifuge offline for repairs. Damn it. That's what I thought. What? The gravity centrifuge is under repair. I'm gonna have to go down to engineering. This should be interesting. Is it safe? I don't know how it could be. I'll let you know. Я, говорит, даже не знаю, что там будет. Как узнаю, скажу. Перевели? Я даже не знаю. Даже не знал, что такое получится. Молодцы, над мозги. Смотри, тут все же в крови было. В кровище и в кишках. Все эти места и замазали, похоже, да? Ой, нехорошее место, ой, нехорошее. Да уж, мы-то помним, что тут было с Айзеком, с Макнилом. Много тот, кто погибал. Сколько у меня мин? Две. Не так, чтобы много всего было. Так, сюда мы убежали в панике, и там внизу нашли плазма-катер. Это было невесело. А свет тут все так же моргает. Вот тут он лежал. Здесь было написано: режьте их конечности. Но они зарисовали все, видите, да? Но еще что-то можно прочитать. Так, как я тебя мог упустить?
Давайте уже докачаем свой X. Подожди, что такое? А, ну это неплохо. Отлично. И дальше уже будем качать либо резак, либо мины. Ох, сколько у нас теперь здоровья-то, а? Шик. Что-то какая-то движуха пошла. Последние секунд, наверное, 50. А вот все затихло. Это ж просто представьте, вот это вот все оттирать от кровищи, трупы заворачивать в мешки, вот эти все кишки соскребать, это же офигеть просто. А потом, небось, еще тех людей, которые этим занимались, всех-всех поубивали, учитывая... Что из себя представляет такая контора, как правительство Земли. Че же тут творится-то? Это, похоже, вообще все сигналы ловит. Поэтому такая путаница. Так, ладно, надо валить. Что-то у меня как-то совсем уж неспокойно от этого места. Так, нам сюда. Значит, сюда пойдем. Тут у нас притворюшка лежала первая, напугавшая меня. Вот тут вот. Вот. Смотри, наизусть все помню, а? Так, ну по крайней мере, не зря сходили. Как все запущено. Да, ну представьте, вот в одиночке в такой обстановке, да, работать. И постоянно голоса он там. Артур, там что-нибудь вот такое вот. Ну нахрен, ни за какие ковришки. Тут падал труп. Здесь была сломанная дверь. Прям экскурсия по местам боевой славы. Так, а что это тут? Туннель обложили полиэтиленом. Полуэтиленом, как один мой знакомый говорит. Так, ну ладно. Не могу сказать, что меня это все радует, но живой пока я вроде никто не лезет, да? Это уже многого стоит.
хреновое место. Я вспомнил его. Сейчас у нас есть все шансы погибнуть. Блядь. Просрал, тупо просрал. Да блин, как ты меня цепанул-то, а? Так, ну ладно. Это было коряво. Я же знал, что сейчас он на меня нападет, но, блин, я думал, где-то там, где-то дальше. Короче, в итоге, что знал, что не знал. А че, кто будет, нет? Первый наш враг на Ишимуре за последние 2 года. Это ты так лежала? Привлекала меня. Я пошел тебя подбирать. Да не ты. Идут. Да какого хера? У нас проблема. А, блин. Серьезные, причем такие железобетонные проблемы. Да твою мать. Пошла, поехала. Ой, это что было? Здесь как-то хреново оно складывается. Бежит. А там вдалеке не блевон ли идет? То есть не блевон, а взрывной парень со взрывным характером. Насколько этих здоровяков легко кромсал в первой части, настолько же легко они меня кромсают и второй. Мстят, понимаешь. Так, чисто, чтобы быть уверенным. Так, ну ладно, справились. Коряво, но справились. Ну, не так уж и коряво, по идее. Хотя, конечно, со здоровяками можно было гораздо проще все решить. Бежит. Это кто? А, здоровячок. Блин. А нет, все нормально. Ну-ка, освети-ка мне.
Да, легла настолько карева, насколько только можно было. Получше, видимо, никак не могла. Надо, пожалуй, плазмокаттер улучшать. Потому что на него вся надежда теперь. Патронов что-то быстро. Патроны уходят быстро теперь. Ладно. Так, нам сюда, я так понимаю. Только сначала возьмем свою прелесть, конечно же. Так, блин, не ту кнопку нажал. Ну ладно. Драгоценную аптечку просрал. Первый, второй, третий. Повезло, прям под рукой все было. Шо? Okay, no Ellie, it isn't safe. But I'm on my way to the centrifuge. Just be careful. I'll call you when it's online. Так, первая станция, похоже, да? Так, ладно. Кто тут у нас барагозил, а? Непонятно. Ну, теперь мы знаем, что тут могут прибежать. Если поначалу казалось, что тут более-менее спокойно, сюда некроморфы не добрались, то сейчас уже очевидно, что у нас большие проблемы. Нам бы тут дробовик какой-нибудь. Тут есть, конечно, Форест Ган. Отлично. Сейчас еще по слизи ходить, видимо. В общем, есть Force Gun, который похож на дробовик, но он просто ломает на ближней дистанции, отбрасывает мощной волной. А если его прокачать, то просто рвет на части. Но только на ближней. Это вступать в размен ударами неэффективно. А дробовик, вот чтобы он где-то метров с трех хотя бы хреначил. В клочья. Такого, к сожалению, нет. Так, давайте все проверим, чтобы со спины никакая бабайка не прибежала. Здесь спокойно. Туда мы ходили, там было машинное отделение, верстак. А вообще нам вот сюда, да? Ну да, все спокойно. Ах, Хашимура, соскучился я по тебе. Офигеть как. Так, патронов опять же надо покупать. Когда же я куплю себе новый костюм? Где он, кстати говоря? А вот он. Классический костюм 40 тысяч. Давайте пока все так оставим. Ну хотя... Вот так вот хотя бы. И в принципе на этом будем завершать эту серию. Я не знаю, сколько она по времени получилась, но по-моему самое прекрасное такое логическое завершение. Мы вступили в первый бой с противниками, вышли из него победителем. В следующей серии пройдем уже к этой центрифуге, наверное, да, возможно, включим ее. Ну, короче говоря, я рад вернуться на Ишимуру, как бы там ни было, хотя нам тут опять же не рады. Тем не менее, это было круто. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.